В Нижневартовск привезут ковчег с частицей мощей пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Торжественное мероприятие пройдет завтра, 3 октября. Реликвия является подарком по случаю десятилетия со дня великого освящения храма в честь Рождества Иоанна Предтечи и останется в нем. История Нижневартовского храма началась еще в досоветские времена, в 1913 году. С приходом советской власти церковное имущество изъяли, а в здании разместилась изба читальня и школа, затем клуб. В 1970-е здесь находился склад районного рыболовецкого кооператива. В 1988-м вновь открыли церковь. Однако спустя 6 лет храм сгорел. Здание отстроили на новом месте. 1 октября 2011 года епископ Ханты-Мансийский Сургутский Павел осветил великим чином храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. В этом году закончилась его реконструкция. Внутри здания обновили роспись, а его площадь увеличилась в 2,5 раза.